Давай, действуем профессионально. Тихо, незаметно, скрытно. По стелсу. Хотя я даже не знаю, что делать надо. Но мне кажется, стрелять в бомжей. Это основная задача данной игры. Вон они, видишь, бомжи? Ты готов стрелять в бомжей? Стреляем по баллонам. Все в порядке, без паники. Сейчас я только загорелся, мне надо остудить свой пыл. Но похоже, это конец. Ползи быстрее. Куда ползти? У нас нет третьего напарника, который должен обычно сидеть в машине и ждать. Смотри, действуем четко. Выходим, занимаем позиции. Ты ставишь щит, ставишь турель. Как турель ставлю, они сразу мне падают, если что. Ну так подожди, сначала нужно выбрать позицию. Давай вот здесь вот. Отличная позиция, по-моему. Мне кажется, надо немножко отступить. Так, немного отступаем. Берем винтовочку. Ближний бой. Расстреливаем одного бомжа. Теперь немного еще отступаем. Извини, я не могу тебя поднять. У меня срочно появились дела. Я, кажется, утюг дома забыл выключить. Все, немного передохнули. Ну, все как мы и планировали, на самом деле. Так, вот здесь мы немного снова отступаем. Да их там двое, чё ж ты мне не сказал? Ну, ты все испортил. Потому что я умер. Короче, смотри. Смотрим. Сейчас спустимся. Кстати, давай, давай. Потратилось. На этот раз действуем по уму. Каждый занимает свою позицию наиболее удачно. Да, я, например, заберусь на кран и буду оттуда работать со снайперской винтовки. Так, осталось понять, как забраться на этот кран. По-моему, нельзя. Так, там какая-то, кстати, синяя шмотка. У тебя нет ее? Там что-то есть, но я не знаю, что это. Я подкрадусь и заберусь незаметно. Ой, и заберу незаметно. Они так прям пялят в твою сторону. Так, зеленую куртку схватил и побежал. Никто меня и не заметил. Они тебя спалили. Они тебя да спалили. Да что ты врешь, я уже далеко. Какую гранату? Я уже далеко. Они меня никогда не найдут. Сука, как меня спалили из-за тебя? Блин, даже на поезд забраться нельзя. Что за... Ладно, работаем. Так, я прикрываю твою спину. Ты даже не заметил, что у тебя в спине три человека. Я так, ко мне в спину забегает прибегал. Бич. Я, по-моему, в западне. Со всех сторон меня палят, но решает отступить. Один вражеский ублюдок. Все, я сдох. Я залезаю в вагон. Здесь я в безопасности. Он просвечивается через этот вагон. Он херачит с помощью огнемета через вагон. И у него это неплохо получилось. Я при смерти. Они заходят со всех сторон. И, похоже, это конец. Ты меня взял, и ты не убил. Блин, ты бы видел, что делают эти боты. Полоски? Две полоски — это плохо, это не к добру. Это значит, ты беременна. А три полоски? Не знаю. Разве бывает три полоски? Тебе же должно быть виднее. В этой игре есть. Вот же он стоит. Где? Вон. Вот он. Передо мной. Навик. По-моему, он просто решил уйти домой. Странный, странный человек. Нахера они нам нужны? Кто, пробуй вируса? Нет, люди нам. Убьем их. И трубы привезем. А что, надо кого-то спасать, что ли? Она говорила. Я до этих пор просто всех убивал. Мне кажется, у тебя подгорело немного. Мы, по-моему, просто убиваем бомжей и воруем добро. Вот, заложник. Я, кажется, нашел заложницу. Как будем действовать? Сейчас. Смотри, заходим, подкрадываемся туда, кидаем светошумовую и быстро всех уничтожаем, освобождая заложника. Как в Call of Duty. Там готов? Бывает? Подкрадываемся. А, ты уже кинул? Уже действуем? Да. Так, чуть не застрелил ну, заложницу. Отлично, все идеально по плану прошло. Заложники разбежались кто куда. Так и действуют настоящие оперативные группы. За это опыт дали. И все? Бомжи даже ничего не дадут нам? Хоть бы шапку еще одну дали. Он спрятался. Он думает. Он остался в ловушке совсем один, что ему делать? Он решает просто стоять на месте. Сколько это будет продолжаться?
Возможно, да, пока ты к нему не подойдешь. Вот он, высунулся. И это была его ошибка. Все, видимо, здесь босс. Да, главарь чистильщиков, ты готов к великой схватке? Угу. Надо выбрать тогда сначала позицию. Почему здесь лечь нельзя? Не знаю. Мне кажется, мы уже выбрали позицию. Позиция идеальная. Можно начинать. Если можно было бы лечь. Ну, мы можем вот так вот спрыгивать время от времени и регениться. Потом залезать обратно. Я надеюсь, тут ничего не закроется сзади. Ты тут? Да. Тут война. Посмотри, так, тут можно отметить цель. Тут война, говорю. На тебя, в тебя стреляет. Тебе хорошо? Пока не стреляет. А мне не очень. Я тогда буду за тобой прятаться. Раз тебе все равно. В меня они вообще не стреляют почему-то. Вы в меня не хорошенько зарядили. Пожалуй, юзану аптечку. О, тут ящичек какой-то есть. Давай у нас будет смена караула. Сначала ты стреляешь. Спускаешься, когда у тебя мало хп. Потом все наоборот. По-моему, это была не очень хорошая идея лезть в огонь. Тебе не кажется? Ну, немножко. Я чуть-чуть всего лишь погорел. Почти помер, ну и что подумаешь. Так, если ты прижмешься к стенке, у тебя будет дополнительный баф левый. Я, кажется, прижался. Блин, неужели разработчики это не продумали? Что здесь можно крысить спокойно. Ну, а птичек тут не бесконечно. Хотя друг другу спасать, это да, это читерство. Так, все, теперь нужно сбросить резервуар, запомнил? Я, да, честно говоря, так и не понял, чем тут забыли. Убивать бомжей забыли. А, да, точно, точно, точно. Так, что-то не подлезаю в проход. Так, ноутбук забираю. Он, наверное, дорого стоит. Телевизор снимаю пока. Подожди. Никакого тебе не ноутбук. Ты что сделал? Хотя он целый, честно говоря. А вот телевизор пострадал. Так. Не, вот, ноутбук тоже. Резервуар. Отличное приземление. Аккуратненько мы его разместили. Все, что отлично работа. Все взорвали, всех убили. Выход там. Великая игра. Теперь можно зайти на базу. О, бомж. Как дела, бомж? Держи аптечку. О, он мне дал футболку. Грязную футболку бомжа. За аптечку, по-моему, отличный обмен. Только посмотри на это. Великолепие.